вот 20 лет шваброй машу и нифига не стесняюсь. Ни дня на социале не сидела. А некоторые в Германию приехали, своего дня еще не работали, а уже выделываются, что они полы мыть не будут. А я знаю, что я сама зарабатываю себе на кусок хлеба и ни от кого не завишу. Вот такая у меня работа по субботам. Вот такие три хали мы моем с мужем каждую субботу.